Здравствуйте, меня зовут Елена. Хочу поблагодарить вас за возможность участвовать во второй части гранд-финала. Проживаю я на севере страны, в маленьком городке Мурманской области под названием Ковдор. Хочу презентовать вам свою картину «Сияние Хибин». Название такое решила ей дать в честь гор, которые у нас находятся на Кольском полуострове. Они так и называются – Хибины. А зимой у нас здесь потрясающее северное сияние. В своей картине мне очень хотелось объединить вместе эти два явления, показать суровую, но фантастическую красоту севера. Работа написана акрилом с использованием кистей и мастихина. Рисую я недолго. Закислилась 2,5 года назад. Очень любила рисовать в детстве, но потом жизнь развернулась немного в другую сторону. Сейчас пока еще не определилась с техникой. Пробую и акрил, пробую и акварель. Надеюсь, вам понравится моя картина. До свидания.